В настоящее время в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике разработано и эксплуатируется 4 эколого-просветительских маршрута. Один из них является туристическим, то есть многодневным, и 3 экскурсионных. Причем экскурсионные маршруты, они тоже неравнозначны. Есть автомобильный маршрут, эталон Западного Алтая, который проходит по дороге автомобильной, связывающей наш город с границей Российской Федерации. И он проходит через территорию заповедника, поэтому сам Бог велел нам этот маршрут использовать. И эталон Западного Алтая – это интереснейший маршрут, не требующий особых физических затрат, когда наши посетители просто на транспорте проезжают по автодороге, мы останавливаемся в самых интересных местах, выходим, знакомимся с природой заповедника, получаем информацию, и маршрут сам по себе очень интересный и хороший. Мы очень любим наш заповедник, и нам очень хочется поделиться с вами вот тем чувством прекрасного, которое мы испытываем. Мы хотим разделить его с вами. Мы будем очень рады, если вы посетите наш заповедник. Мы постараемся сделать ваш отдых максимально комфортным, удобным, интересным, приятным, чтобы у вас было желание еще раз к нам приехать.